Выставка «Золотая осень» собрала в павильонах ВДНХ птицеводов со всей страны. На этом стенде представители линдовской породы. Такие гуси быстро набирают вес, в среднем до 10 килограммов. За год несушки дают более 50 яиц. Единственный в стране племенной завод по разведению гусей породы линда работает в республике. Раньше у нас в республике не было. Теперь центр гусеводства перекочевал в Чувашию. Дело не в количестве и там других экономических показателях, а сохранение нашей отечественной породы. Чтобы мы не зависели от так называемого импортозамещения, мы сумели сохранить эту породу в те непростые годы. Достойно ее представляем на российском рынке. Все практически гусеводство держится на нашей породе. Курируют селекционную работу специалисты Всероссийского института птицеводства. При участии доктора наук профессора Якова Ройтера была и выведена эта порода. С 2003 года эта порода была передана, исходный материал этой породы был передан ООО «Вурнарец». И в настоящее время с того периода ведется селекционная работа в этом предприятии. Эта птица родилась не на пустом месте, а путем кропотливой селекционной работы, которая проводится с нашей помощью, но основной исполнитель, конечно, это специалисты завода и директор этого завода. На базе этой породы создаются сейчас специализированные заводские линии. И мы надеемся, что за год-два эту породу мы утвердим как новое селекционное достижение, новый кросс гусей. Племенные стада на предприятии «Вурнарец» выращивают для всей страны. Спрос на линдовскую породу огромен. Интерес фермера вполне объясним. Мясо таких птиц отличается высоким качеством. Но главное, что гуси приспособлены к нашему климату. Линдовская порода гусей в Российской Федерации с общего поголовья гусей занимает 67%. То есть это основная порода, которая сегодня в России существует. Эти гуси является одной из самых высокопротивных пород в мире. Ими интересуются и немцы, и голландцы, и все остальное. Тут на выставке, проходя специалисты, естественно, все обращают внимание на эту птицу. На выставке, значит, очень много отечественных производителей гусеводства, подходят зарубежные товарищи, которые интересуются нашей птицей. Мы уже участвуем 9-й раз. Мы постоянно получаем золотую медаль, как племенное предприятие. То есть это очень престижно, иметь свою породу гусей или породу любого животного. Это вот мы в республике представляем такое предприятие, которое имеет свою породу животных. На нынешней выставке предприятие «Вурнарец» получило очередную золотую медаль. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из Москвы.